В минувшее воскресенье митрополит Крутицкий Коломенский Ювеналий совершил чин великого освящения Троицкого храма деревни Ивашова Ногинского района Московской области и возглавил божественную литургию в новоосвященном храме, рассказывает Эльвира Гордеева. Вот в таком полуразрушенном состоянии в 1991 году Троицкий храм в деревне Ивашова Ногинского района Подмосковья был передан православной общине. Богослужения вначале совершались в частном доме, затем в колокольне, наконец, в боковом пределе храма. Милостью Божией, возведенный в 1815 году, каменный храм во имя Святой Троицы с пределами святителя Николая и преподобного Сергия Радонежского не был утрачен. С 1995 года началось его медленное поэтапное восстановление. С назначением в 2003 году на приход настоятеля отца Алексея Смирнова реставрация пошла активными темпами. Благодаря соработничеству местных жителей спустя 17 лет православная святыня с 200-летней историей воссияла в своей первоначальной красе. В день памяти пророка Божия Ильи в Ивашово прибыл патриарший наместник Московской епархии митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. В сослужении клириков Богородского благочиния владыка совершил чин великого освящения Троицкого храма. По окончании богослужения, обращаясь к настоятелю прихода, члену епархиального отдела по реставрации и строительству протоиерею Алексею Смирнову, митрополит Ювеналий вспомнил, в каком удручающем состоянии пребывала Троицкая церковь прежде и в каком благолепии она возродилась к богослужебной жизни. Сегодня я буквально потрясен тем, что вижу. Храм Божий и колокольня восстановлена, я думаю, не в прежнем состоянии, но в более великолепном, что сегодня предстоит нашему взору. Покидать храм не хочется. Такое благолепие, такие следы любви, жертвенности вашей, возлюбленные братья и сестры, и дорогой отец Алексей. В своем архипастырском слове владыка поблагодарил прихожан Троицкого храма за помощь в восстановлении Дома Божьего. Сколько других забот у людей. Не все богато живут, но все приложили свои усилия к тому, чтобы привести в это прекрасное состояние и возродить этот Дом Божий. Полученный в дар от Троицкого прихода святой образ отца диакона Сергия Астахова, который служил в храме и принял в лихолетие гонение на церковь мученическую кончину, митрополит Ювеналий благословил оставить икону для этого прихода. Чтобы она была на почетном месте, и чтобы вы помнили, какой был светильник здесь веры, отец диакон. И молились ему. На молитвенную память об освящении владыка Ювеналий передал в дар храму святые евхаристические сосуды. Священнослужителей и прихожан, потрудившихся на восстановлении и реставрации Дома Божьего, митрополит отметил церковными наградами.